Пару вопросов по игре. Первое. Почему копил очки удачи именно для зеленых камней? Так. Второе. Какой смысл был улучшать гасители магии? Угу. И последнее. Зачем вообще юзаешь коммерческие гильдии? Так, ну первое. По первому вопросу я могу сказать, какие нахуй зеленые камни? По второму вопросу, какие в пизду могут быть гасители магии? Ну и последнее, какие нахуй коммерческие гильдии? Ты вообще туда пишешь, нет? Братан, ты нормальный?